хотел спросить, какие ваши впечатления по поводу первого карьерного финала WTA, как вы готовились к нему, и что не получилось? Ну, на самом деле, я немного перенервничала перед финалом, накручивала, и были разные мысли. Поэтому где-то вначале я сначала провалила, потом начала там выкарабкиваться обратно. Но Кристина сегодня играла невероятно, она показала очень хороший уровень, поэтому сегодня не все от меня зависело. И надо ее поставить, она играла идеальный матч. Да, Сергей, пожалуйста. Свои лучшие как бы розыгрыши вы проводили в такой ситуации, когда вы были прижаты к стенке, образно говоря, и вот на том матчболе, когда вы отыгрались. Что вы говорили себе перед матчболом, вот когда было 5-1, и когда был второй сет, был сложный, как вы себя мотивировали тогда? Ну, сегодня вообще ситуация была сложная, я была очень уставшая, у меня были очень тяжелые матчи, и сегодня я не могла на 100% двигаться, как я обычно двигаюсь, и отыгрываю все глубоко. Но на матчболах я просто уже как-то отпускала эту мысль, что уже как бы все, и попадала на каком-то положении, не знаю, как. Так получилось. Еще вопрос? Да, ваш, пожалуйста. Ну, поздравляем вас с великолепным финалом. Мы получили огромное удовольствие, прежде всего, от твердости духа, от умения бороться до последней секунды. И желаем вам и в будущем эти качества еще усиливать, если можно сказать. Спасибо. Несколько слов о будущем, ваши ближайшие планы. И мы надеемся, что вы подтвердите, что вы будете участвовать в следующем году наших событий. Спасибо. Но у меня сейчас планы, если не будет, в Москву, из Москвы лечу в Астану. На подкап, там у меня еще нужно будет биться за каждый матч, чтобы мы прошли наконец-то зону. Потом я еду в Дубай и диагноз мой. Вячеслав, ваш вопрос. Мои поздравления, также прекрасный канал. Если не секрет, почему папа с мамой не смогли приехать на вашем первом канале? Ну, по многим причинам. Во-первых, потому что у них работа в Москве. И они не могут как бы все оставить и приехать. И во-вторых, мне как-то было, не знаю, наверное, больше как бы обстоятельств им позволили приехать вот как раз. Есть еще вопросы, коллеги? Да, ваш вопрос. Поздравляем, естественно, вас с выходом на финал с прекрасной игрой. Там в какой-то момент надеялись, что качели в нужную сторону качнут. Расскажите просто немного, вкратце, про ваши условия тренировки, где вы там живете и прочее. Живу я, в основном, либо я в Москве, либо я в Майами, там я тренируюсь, готовлюсь к турнирам, когда есть большой промежуток времени. Я полностью поддерживаю Федерацию тенниса Казахстана, и мне с ним очень повезло, и я А в Астане в этом центре много приходится тренироваться? Я тренируюсь там иногда, когда у меня, ну вот сейчас перед подкапом, и я была там в конце прошлого года после Кубка. Ну, слова как? Прекрасно. Спасибо. Еще есть вопросы? Позвольте себе задать еще небольшой вопрос. Сегодня Юрий Владиславович будет вас поддержать. Может быть, были какие-то особенные еще гости, которые к свету пришли? Я не знаю. Не знаю, да? Юля, как в целом вы оцените поддержку питерской публики? На самом деле, сегодня меня тоже очень сильно поддерживали. Это было очень приятно. Я была настроена на борьбу, что меня постоянно поддерживали, вытаскивали из многих ситуаций. Мне здесь очень нравится. На самом деле, это высшего уровня. Спасибо. И последний вопрос, если есть, да, пожалуйста. На Донбайе, большое.